От начала и до конца спектакля «Руанское дело» зритель смотрит, затаив дыхание. Двухчасовое действие на сцене обнажает в прямом и в переносном смысле человеческие пороки. Постановка с возрастным цензом 18+, для Народного молодежного театра «Легион Первый» и оттого очень ценный опыт. Мы растем, коллектив растет. И нам хочется пробовать новые формы, новые пьесы, новых авторов. Хочется показать, что мы не только можем играть детские сказки и какие-то комедии, а хочется показать, что мы способны на большее. В основу нового спектакля легла новелла французского классика Ги де Мопассана «Пышка». Действие происходит в конце 19 века, когда во время франко-прусской войны немецкие войска оккупировали Руан. Женщина легкого поведения попадает в компанию путешественников благородного происхождения. Когда горожан задерживает прусский офицер, он предлагает решить вопрос – жизнь всех в обмен на интимную близость с главной героиней. Так падение одной девушки становится историей героического поступка в условиях отсутствия общественного. Она неоднозначная, над ней нужно думать, и я как режиссер вкладывала в каждую деталь образа артистов или в каждую деталь декорации свой смысл. Надеюсь, что зрителям было интересно это разгадывать. В главной роли блистала молодая Светлана Жукова, которая смогла досконально точно передать образ героини, до последнего верящей в справедливость. Отбирали недолго, после первой читки все стало сразу понятно. Девочка очень талантливая, у девочки образование, определенные огромные способности, потенциал огромный, поэтому выбирали недолго. Это ее роль, и я думаю, она сегодня раскрылась полностью в этой в главной роли. Каждое движение руанской девы пронзительно. В мире глупых и жестких людей она не просто играет, а живет. Искренние слезы, неугасаемое желание помочь родной Франции. А в награду холод, оскорбление и неприязнь. Это был такой кайф, что просто отойти сейчас невозможно. Я сейчас так вот. Это хорошо, потому что нам это не хватает. Очень редко на сцене бываем, поэтому это такое... Ощутить это каждому, дай бог, конечно, если кто хочет, но это... Это нереальное чувство. Я очень рада, что я сыграла. Спасибо большое. Наверное, не то, что дождалась, а вот это, наверное, не то, что вот ступенька выше, да, но это такой урок, это для меня такое, я не знаю, это вообще, я сейчас на эмоциях, поэтому. Друзья, пришел день нашей славы, вперед отечества сны. Впрочем, вниманием зрителей владела не только «Пышка». В легионовском видении классики в игру оказались вовлечены даже второстепенные персонажи. У каждого из еще семи героев свой яркий индивидуальный образ и общая для всех задача – позволить мозырским театралам волю посмеяться над узнаваемыми человеческими слабостями и задуматься над тонкой пародией на современную действительность. Противостояние бесчестия, благородства актуальности не теряет во все времена. Провожали актеров «Легиона» стоя и бурными овациями. А они, в свою очередь, обещали вернуться. Руанскую деву на сцене Дворца культуры нефтеперерабочиков повторят через несколько месяцев. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».